Да, доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня у нас на повестке дня вот такой вот вокальный или, наверное, лучше сказать, динамический микрофон от фирмы Behringer. Приступим. Да, вот он непосредственно сам микрофон от фирмы Behringer. XM8500 Ultra Voice. Это динамический, или некоторых его называют вокальным микрофоном. Сейчас мы его распакуем, посмотрим, что там внутри. Значит, картонка. Ничего особенного. Поступает он в таком вот кейсе переносном. Она же является упаковкой. Так, внутри у нас, скажем так, все аскетично. Такой вот поролон защитный. Да. Вот так вот. Запакуем обратно. Так, тут у нас, да, сама, что это, сертификат. Это у нас парабола, децибельная парабола, наверное, или я не знаю. Так, это у нас, значит, крепление для штатива. Его можно выкрутить и поставить на, скажем так, большой пантограф, хотя не рекомендую. Так, вот он сам микрофон. Скажем так, ничего особенного. Он очень бюджетный, но при этом очень качественный. В данный момент я закадрово озвучиваю это видео на этот же микрофон. К нему я взял вот такой вот поп-фильтр. Сейчас в данный момент им же пользуюсь. Так, сейчас мы его напялим. Вот, значит, так. Да. Сейчас попробуем, поместится ли он в кейс. Ну, если придавить, в принципе, можно закрыть. Да, к нему вот такой вот взял XLR-провод. Папа-мама. Вот он, у меня есть поп-фильтр старый, но, в принципе, для этого динамического микрофона он мне не понадобится. Это очень хорошая штука для, именно для конденсаторных. А тут пойдет именно вот такой вот сверху клоунский нос. Да, вот у меня есть такая ножка дополнительная. В принципе, комплектная ножка, она немножко узковатая. В этот уже входит он не очень хорошо. Это у меня от моего старого Самсона. То есть тут она туговато входит. А то, что ножка эта в комплекте идет, она, на мой взгляд, она будет царапать микрофон. Посмотрим, как он выглядит без этого всего. Мне, в принципе, нравится, как он выглядит именно без поп-фильтра. Но этот поп-фильтр, в принципе, нужен. Сейчас мы его быренько разберем, посмотрим, что там внутри. Взбирается он очень просто. Так, вот это все внутри выглядит. Так, закрутим он греха подальше, поскольку паяльника у меня нет. Ну вот, собственно, как он выглядит. Логотип фирмы Behringer. И сама модель XM8500. Один из самых бюджетных, но и при этом качественных микрофонов. Его часто сравнивают с динамическим микрофоном от фирмы Shure. Ну, конечно же, он проигрывает в этом плане. Скажем, какой-нибудь стишок про Питера, да, и если оденем поп-фильтр про Питера, будет меньше фонить. Рекомендую к нему также приобрести такой вот дешевенький поп-фильтр, я не знаю, называется ли оно так, поп-фильтр, или самая классная штука это то, что это не только поп-фильтр, но и клоунский нос, только его на ниточке надо присобачить, тогда будет вам счастье. Точно, охрененно тупая идея. А вот такой вот у нас динамический микрофон XM8500. Не забывайте его подносить ко рту, и будет вам счастье. Не будет вот такого вот, как сейчас. Да, поскольку это динамический микрофон, не конденсаторный. Конденсаторный можно поставить рядышком и не забивать руки, так как это делаю я сейчас. Но как бы другой возможности у меня в данный момент нет.
Поэтому, да, вы меня видите в последних видео и, наверное, в будущих видео тоже увидите меня вот в таком видео, в таком виде, извините. Да, надеюсь, обзор вам понравился. Желаю вам всего хорошего и до свидания.